теперь партнеры, с которыми мы взаимодействуем по тому, как и что работает, и главное, как и что формирует в будущем рынок. В результате получается, что это проект на стыке целой кучи интереснейших дисциплин, от как раз робототехники, физики, психофизиологии человека-пользователя, психофизиологии художника и, наконец, машинного обучения, искусственного интеллекта и так далее. Отсюда главные интереснейшие области синтеза, конечно же, да, сопоставление виртуального искусства и реального, а также формализация работы художника так, чтобы мы не просто говорили, что создали еще один принтер. Нет, еще один принтер никому не нужен. Мы создаем манипулятор, который повторяет руку художника, создаем работу с палитрой и так далее. Что интересно, если мы как раз говорим о том, как у нас выглядит это все с точки зрения специалиста по искусственному интеллекту, то получается, что задействованы почти все современные области, то есть это обучение с подкреплением, мы потом во второй части о нем серьезно поговорим, генеративные модели, ГАНы знаменитые уже теперь, системы управления этими моделями, имитационные модели, simulation, да, то есть нам нужны, да, кисти, нам нужны краски, нам нужны холсты, а к ним нужно какой-то уровень абстракции нашего робота, потому что сразу говорить, что учись как угодно двигаться, невозможно. Нам нужно пытаться делать штрихи, работать с палитрой и так далее. Ну и, наконец, это железо. Сам робот с холстами и прочими расходниками, это видеокамеры, это датчики, включая тензодатчики, и, наконец, система, которая все это объединяет. Что интересно, это то, что в основе, конечно же, лежит наконец-то выход в реальный мир. И здесь готовность технологий оказалась меньше, чем в виртуальном мире и в управлении всем этим делом. То есть пришлось задействовать 3D-принтеры, печатать специальные палитры, печатать баночки с краской, печатать специальные системы обтирания кисточек, оно в центре и так далее. Понятно, что потом у нас есть тот манипулятор, который можно считать, ну, протезом руки или имитатором руки художника. В данном случае это профессиональный куковский манипулятор шестиосевой. И справа можно видеть, что он действительно нормально берет краску. У него совершенно обычная кисточка, которую он зажимает и может менять. Опять-таки справа видно, что есть несколько кисточек на выбор. Есть губка для первоначального обтирания краски. Есть палитры справа, слева как раз и так далее. То есть мы ни в коем случае не хотим повторять еще один принтер. Далее большой очень кусок завязан на управление этим манипулятором, чтобы сделать некий уровень абстракции, который у нас получил название кукапи, то есть от слов кука и API. Что важно, там нужно избежать сингулярности и уметь кисточку подносить к холсту так, чтобы это делалось примерно как художник, но при этом делалось быстро, иначе очень-очень долго все рисуется. Понятно, что потом у нас есть система обучения на основе обучения с подкреплением, и как раз она пытается добиться того, чтобы картинка на виртуальном холсте была похожа на ту картинку, которая исходно подается. Ну и дальше как раз возникают системы, которые воспроизводят мазки в виртуальном пространстве, проверяют их в реальном пространстве, сличают с изображениями с камеры, испытывают всевозможнейшие функции потерь, лосс и так далее, так далее. В результате получается самая главная проблема – это стыковка виртуальности и реальности и как раз расходники, то есть кисти, краски, холсты. И здесь мы видим, что слева у нас, да, палитры и попытки этими палитрами кисточкой реальной на реальном холсте поставить какие-то шлепки и проверить, что получается. Ну и затем попытка воспроизвести изображение. И понятно, что если делать это быстро, то получается плохо. Если делать медленно, то получается очень хорошо, но очень-очень медленно. И, конечно, масляными красками так не сделаешь. И как раз сейчас мы всевозможные используем модели, и в том числе модели имитационного моделирования, чтобы прийти к тому, чтобы получилось красиво. Но, тем не менее, это совершенно реальные вещи. В них можно поучаствовать, поскольку манипуляторы есть, красок завались. Находится основной тестовый модуль в Санкт-Петербурге, недалеко отсюда. И здесь вы видите контакты менеджера проекта, то есть ассистента-основателя господина Цимберга. И с Еленой можно завязываться на тему, а можно ли попробовать как-то поучаствовать, а можно ли это свести с какими-то другими моделями и так далее. Если есть вопросы именно по проекту, наверное, имеет смысл их сразу задать. Наталью, правда, я уже не вижу.
Наталья, не хотите сразу спросить парочку вещей по проектному менеджменту? Нет. Да, она куда-то отлучилась. Но здесь как раз я не размусоливал. Почему? Потому что дальше нужно понять, а почему мы этим занялись и какова готовность технологий. Ну и вторая часть – это обзор. Обзор чего? Обзор искусственного интеллекта в креативных индустриях с акцентом на художественное творчество. Это тема, которой мы занимаемся в лаборатории уже достаточно давно, как минимум года 4. И в результате что получается? Если мы посмотрим, то мы в основном, да, работаем в области чистого искусственного интеллекта, виртуальности и анализом данных. И у нас есть вот такая замечательная цитата из знаменитой статьи Соловьева, да, про искусственный интеллект, концепт лекции для Светы, когда компьютер никогда не заменит человека. Что интересно, с точки зрения людоеда, может, действительно не заменят, но и то сейчас мы выращиванием мяса активно, да, наверняка все слышали. А вот дальше получается что? Что мы кратенько говорим о том, что искусственный интеллект переживает третью революцию и последствия этой революции. Возможно, у нас будет третья зима искусственного интеллекта. Да, многие слышали, да, что у нас было уже две зимы и вторая зима была такая серьезная-серьезная, когда народ даже думал, что не стоит заниматься нейросетями. Сейчас кому скажешь, что не стоит заниматься нейросетями, он может удивленно хмыкнуть и побить. А тогда был такой период. Я его застал, как раз когда я учился в институте. Это была та самая зима. Ну и как раз что особенно интересно, что искусственный интеллект как область имеет совершенно точную дату возникновения термина. Да, знаменитый Дартмутский семинар 1956 года. То есть, вообще говоря, времени прошло немного. При этом вся история очень разнообразна с учетом мультидисциплинарности и междисциплинарности. И что интересно, сейчас эта область настолько большая, что как раз если мы говорим об искусственном интеллекте и креативных индустриях, то это маленькая-маленькая часть. Поэтому важно всегда помнить, что мы искусственный интеллект общупываем с разных сторон. И то, что я здесь не упоминаю, это, естественно, большая часть, чем то, о чем упоминаю. Ну и сразу говорим, мы занимаемся слабым пока искусственным интеллектом. Сильным искусственным интеллектом занимаются некоторые другие люди. Artificial General Intelligence. По нему, кстати, наконец-то законодатели стали очень серьезно проходиться и думать, что будет, когда он возникнет. Но сейчас не о нем. Мы в основном сейчас работаем, да, с представлениями знаний и с машинным обучением. Что важно? Как только мы об этом говорим, нам важно именно моделирование. Моделирование всего, начиная от восприятия компьютером окружающего мира и до принятия решений. Что в результате? В результате классические механизмы машинного обучения для решения задач классификации, кластеризации, ранжирования и других – это, в общем-то, совершенно уже устоявшаяся область. При этом эта область сейчас занимается чем? Занимается внедрением в нашу жизнь конкретных решений, в первую очередь распознавания. Ваш смартфон наверняка вас распознает по лицу. Наверняка вы можете на него ругаться голосом и так далее. Это стало уже обыденностью. Но при этом не надо забывать, что в основе все равно лежат данные, причем хорошие данные. В искусственном интеллекте есть знаменитая максима, да, о том, что garbage in, garbage out – мусор на входе, мусор на выходе. И в результате мы специально всегда говорим, что нужно знать, как эти данные представлены, о чем эти данные – это все область метаданных. Также следует всегда отмечать значимость работы с явными данными и логикой. Без логики никуда. Какая бы ни была у нас красивая нейросеть, она должна уметь потом каким-то образом объяснять, что она сделала. Сама она это не может, и нужны системы логического вывода. В результате появляются системы формализации знаний, и они в том числе соединяют в будущем что? Имитационные модели из реального мира и как раз, например, классические нейросетевые модели машинного обучения из виртуального мира. Мы не будем сейчас про естественный язык и его представление и онтологическое моделирование. Сразу перейдем к тому, что да, это большой стек. Более того, есть абсолютно бесплатные реализации, в том числе открытые. И для всех посетителей интернета ближе всего Semantic Web, как именно стек технологий от RDF до Sparkle. Да? И дальше мы переходим к чему? К последствиям именно третьей революции искусственного интеллекта. Третья революция в искусственном интеллекте связана в первую очередь с решением задач распознавания,
именно за счет развития нейросетевого подхода. Почему? Почему во второй зиме искусственного интеллекта у нас говорилось, да, что нейросетями заниматься стыдно, а потом вдруг бабах и стало не стыдно? Все просто. Во-первых, компьютеры стали маленькими, но быстрыми, а раньше были большими и медленными. А во-вторых, мы перешли к новым совершенно архитектурам нейронных сетей. И вдруг оказалось, что очень интересные результаты приходят из той области, которая стала называться глубоким обучением, то есть deep learning. При этом это, конечно, только часть нейросетевого подхода. В свою очередь, нейросетевые подходы – это часть машинного обучения. И, наконец, машинное обучение – это только часть всего искусственного интеллекта. Поэтому это, с точки зрения исследователя, узкая часть. Зато с точки зрения приложений она очень-очень крупная. И, что важно, мы сейчас находимся на том этапе, когда все это активно внедряется в жизнь, мы это уже говорили, и в результате можно смотреть, что как бы уже внедрено, а что нет. И есть очень хорошие зоопарки технологий. Здесь мы видим, что коллеги, да, из Asimov Institute сделали очень крутую страничку именно с зоопарком нейронных сетей, а точнее их архитектур, и можно посмотреть, сколько их уже напридуманного. Но дальше придумываются все новые. И как раз именно когда коллеги из, в первую очередь, DeepMind, во вторую очередь OpenAI и Google придумали несколько очень крутых вещей, появилось что? Появилась возможность решать задачи распознавания на совершенно новом уровне качества. Переходный год – это где 2015, следующий год после знаменитых доктувеков, да, и вортувеков, когда в машинном обучении для анализа текстов произошла революция. И она очень быстро распространилась на все остальные области. В результате в 2016 году, да, компьютер стал распознавать нашу речь на уровне человека. В 2017 году компьютер начал лица распознавать на уровне человека. В 2018 году что появилось? Появилась совершенно новая система генерации образов и понеслось развитие ГАНов. Отсюда дипфейки и все остальное. Давайте по очереди. Во-первых, конечно, сами задачи распознавания – это не только определение того, что изображено на картинке, но и задачи, а что изображено того же самого, что на одной картинке, но на другой, что находится на видео, соответственно, на разных кадрах, и можно ли сопоставить наши явные данные о некоторой предметной области с этими изображениями, видео, звуками и так далее. Как только это как раз где-то с 2015 года вышло на уровень промышленного качества, это все стало использоваться сейчас повсеместно и привело к чему? К изменению социума. Это одна большая область готовности технологий. Понятно, что как только произошло изменение социума и повсеместное внедрение, хакеры, не дремавшие, тут же стали использовать эти технологии себе на службу и во вред всем остальным людям. Шутка. Здесь приведен один из первых серьезных вариантов исследования того, как обманывать нейросетевые распознаватели, точнее классификаторы. Но здесь мы видим, что картиночку, которую добавили к исходному изображению, вполне можно саму опознать, и плюс человек ее легко опознает. Далее мы очень быстро перешли к системам, которые изменяют картинку незаметно для конечного пользователя и как раз очень резко изменяют поведение классификаторов на основе нейросетей. Ну и вообще, все решения на базе искусственного интеллекта в смысле машинного обучения статистического и их нейросетевой реализации оказались подвержены таким атакам. Отсюда очень быстро перешли к извращению над соревновательными моделями или состязательными моделями, теми самыми ГАНами, которые сейчас начинают повсеместно применяться в гейм-дизайне с точки зрения создания бесконечных миров, абсолютно оригинальных. И что важно для нас, мы можем теперь продуцировать практически неотличимые от исходных артефакты в виде текста, изображений, видео, звуков. Причем появились их реализации очень удобные для конечного пользователя, и именно это оказало итоговое влияние или вбило последний гвоздь в крышку гроба чего? Классического мира обработки данных, где мы можем достаточно легко поручиться за качество данных. Теперь мы за это не можем поручиться, и у нас стал мир постправды. Что важно, это неотъемлемо от креативных возможностей искусственного интеллекта. Почему?
Потому что, как только у нас креативные искусственные, возможности искусственного интеллекта достигают возможностей не просто уже человека, а сверхчеловека, особенно с точки зрения воспроизведения видео, то мы получаем что? Классические примеры дипфейков. Здесь совершенно тривиальный пример, да, где Лоуренс и Бушеми просто-напросто смешиваются в виде мордочки. Это, отмечу, да, 3, даже уже 4 года назад. За это время технологии настолько далеко шагнули вперед, что появились уже и художественные образы. Например, знаменитый проект «Дали жив». Если кто-то вдруг не видел, это очень крутая вещь. Да, музей, где Дали показывает свои работы, рассказывает о себе сам, говорит, что он прекрасно понимает, что он умер, и так далее, и так далее. И у нас появляются вот такие замечательнейшие киношки. Жалко, звука сейчас не выводится. Или идет в трансляцию звук? Вот, видите, у нас выходит визуальный образ человека, похожего на генерального прокурора, на Дали. И он как раз прекрасно рассказывает о себе. Ну и дальше участвует в коллекции этого музея и как экскурсовод, и как создатель полотен. Но здесь мы не пошли дальше. Мы не стали пока делать полотна Дали новые. А это становится все проще. Мы сейчас живем уже в третьем поколении дипфейка, когда обычный человек, умеющий нажать несколько кнопок и имеющий доступ к кластеру с ГПУ, ну, чтобы быстро посчитать потом соответствующую модель машинного обучения, может сделать что? Может взять любую киношку, взять фото своего друга и вставить его вместо какого-то персонажа этой киношки, ну, с тем или иным уровнем качества. Понятно, что чем больше у него изображений своего друга и чем больше в кино различных ракурсов головы, тем лучше это может получиться. Понятно, что это сразу стали использовать и художники. Появилось понятие deepfake artists. И это еще один очень интересный кусочек готовности технологий. То есть первый – это распознавание, а второй – генерация. Что важно – это тут же натравили не только на художественные образы, но на все на свете, и в первую очередь на новости. И теперь, когда вы смотрите новости, думайте, что вы смотрите, в смысле того, что все это может быть с достаточно высоким качеством для новостной ленты, сгенерировано с нуля искусственным интеллектом, и смотреться ничуть не хуже настоящей, например, хроники. И это, начиная с 2019 года, стало причиной реальных геополитических потрясений. Все помнят выборы в США, все помнят проблемы НАТО с определением Сирии целей и так далее, и так далее. Понятно, что здесь нам поможет только инфобез, и специалисты по информационной безопасности буквально сразу били тревогу, но их не слушали, и в результате они сказали, что мы не готовы именно с точки зрения социума, а технологии все необходимые для этого есть. Я надеюсь, что на следующих тусовках у нас безопасники начнут полноценно рассказывать, как заниматься фотографией, и чтобы потом все верили, что именно ты это снял именно там, где положено, да, как использовать всевозможные специальные режимы работы аппаратуры и так далее, и так далее. И это опять-таки соединение виртуальности и реальности. Нам теперь, оказывается, нужно подтверждать, что то, что у нас в виртуальной реальности, да, это снимки или двойники чего-то реального. Ну и, понятно, понеслась сразу балденная просто новая отрасль защиты от дипфейков во всех видах. Появились соревнования, появились усилия компаний, появились очень интересные репозитории удостоверенных новостей, удостоверенных объектов, да, и, естественно, очень интересные методы анализа того, что это дипфейк. Потому что современные дипфейки моргают нормально, кожа у них хорошая, да, и прочее, прочее. И нужны совершенно новые методы. Обычный человек, еще раз отмечу, да, никогда не обнаружит, дипфейк ли это или не дипфейк, если он хорошо сделан. Почему? Потому что модели стали достойными. Ну, быстренько прокручиваем к тому примеру, который очень полезен студентам, ну или школьникам. Это знаменитый McGill's Moe. По нему есть полный туториал, статья и репозиторий, и выложенный в интернет прекраснейший сервис, который генерирует вам уникальные аниме-аватары с кучей разных моделей. Вот здесь вверху можно выбрать модель. И с кучей параметров.
Ну и снизу дает вам сид для того, чтобы попробовать сгенерировать примерно то же самое. Это очень хорошее упражнение для студентов и школьников. Ну и в результате сейчас мы перешли к тому, чтобы генерировать уже не просто изображение, а изображение с нужными нам эмоциями, анимированные аватары, группы аватаров, сделать перестилизацию аватаров и так далее. Там модели становятся все сложнее и сложнее и сложнее. Это уже, конечно, не работа школьника, но вдруг. Про открытые данные мы тупо пропустим. И укажем, что на самом деле, да, с 97-го года и с той самой зимы искусственного интеллекта прошло совсем немного времени, и мы даже не будем останавливаться, насколько круто стали компьютеры играть в игры, да, обнаруживать коллективное поведение, генерировать всевозможные вещи и так далее, и так далее. Отметим лишь, что все эти успехи связаны с обучением с подкреплением. И не зря я, когда говорил про робота-художника, сказал, что основой того, что робот-художник в принципе может рисовать как человек, а не просто служить принтером, это обучение с подкреплением. Он учится на собственных ошибках. Понятно, что дальше у нас появились песочницы для этого, и как раз мы можем для очень многих теперь задач не выходить в реальный мир, а учить робота ходить в виртуальной реальности, учить роботов сражаться в виртуальной реальности, учить их как раз создавать фейки в виртуальной реальности и так далее. Что из этого вышло в реальность? Например, у IBM есть замечательный проект Debater, который развивается уже примерно 5 лет серьезно, а до этого он паразитировал на платформе Watson. И он прекрасным женским голосом дебатирует, то есть дискутирует с чемпионами мира по дебатам и вполне себе смотрится на уровне. Здесь, да, робот и, ну, не робот, а система искусственного интеллекта IBM Debater обсуждает с чемпионом мира по дебатам, да, следует ли поддерживать дополнительно финансово дошкольные учреждения. Обалденная вещь. Много других примеров. Это тот уровень, опять-таки, технологий, которые достигнут. Это третья веха с нашей точки зрения. Почему? Это синтез распознавания, генерации и логического вывода. Ну и, наконец, мы должны сказать, что сейчас искусственный интеллект наконец-то полноценно работает с текстом. Если вы пользуетесь Google Translate или другими системами машинного перевода, вы наверняка заметили, как в том году резко возросло качество перевода длинных текстов. И, что особенно интересно, генерации текстов с нуля или с некоторой заготовки. Это сейчас называют постбертовой эрой. Почему? Потому что первой моделью, которая была сделана на основе трансформеров и служила для серьезной работы с текстом, стала модель BERT. При этом, что интересно, да, вот сейчас обычно ее связывают с GPT-3, но это одна из многих-многих моделей. И когда в тесте GLU, да, в 2019 году сразу десятки моделей превзошли человеческий бейзлайн, понадобилось быстро делать модель SuperGLU, и этот тест был превзойден с точки зрения человеческого бейзлайна этой зимой. Видите, команды из Гугла, Microsoft, да, значит, китайские команды из Али там и прочих, они превзошли человеческий гуглайн в январе этого года. То есть суперглю тоже уже надо усложнять. Это на самом деле четвертая веха, когда мы теперь работаем не просто с мультимедиа, где огромное количество лишних данных, за которые можно зацепиться, а мы работаем непосредственно с текстом. Ну и появились вот такие сервисы, их все больше и больше. И здесь уже специализированные сервисы для маркетологов, для HR-ов, значит, маркетолог, кстати, в игровой индустрии есть, да, которые могут с нуля вам генерить на основе некой антологии, да, или там описания вашей игры, да, маркетинговые материалы и так далее, и так далее. Понятно, что этим занимаются не только на Западе, но у нас этим занимается Яндекс, Сбербанк и все прочие. Сбербанк сделал модель RUS GPT-3 на основе своего суперкомпьютера Кристофари осенью прошлого года. И как раз это та готовность технологий, о которой мы теперь наконец обладаем. В результате, как только мы говорим о креативных индустриях, в первую очередь следует что отметить? Что это именно креативная индустрия, а не просто художественное творчество. Мы говорим о бизнесе. Продаются ли как раз артефакты искусственного интеллекта? Запросто. Здесь лишь парочка примеров.
Да? Все вы наверняка слышали, что NFT-шные токены сейчас продаются за сотни тысяч долларов и за миллионы долларов на всякие произведения искусства. Из этих произведений искусства достаточно большое число уже произведений, которые делаются на основе искусственного интеллекта. Здесь дальше идет пример Obvious. Они один из своих «шедевров» в кавычках продали почти за 7 миллионов долларов. И мне у них очень нравятся тематические варианты. Например, здесь это вариант под японское творчество. Очень рекомендую посмотреть, как Obvious Art это продвигает на рынок. Далее, мне очень всегда нравится теперь показывать различные артефакты вперемешку с фотографиями. И спрашивать, например, из следующих 5 фотографий, да, какая на самом деле не фотография. Понятно, что кто-то их уже видел, я их не меняю с прошлого года. Да? И на самом деле это все не фотографии, а артефакты, созданные Райаном Блисом, очень известным художником. Да? Опять-таки он не один, их уже целые толпы. И что интересно, в прошлом году произошло событие, какое, сделавшее доступным обычному человеку, причем бесплатно, технологии такого уровня для себя любимого. В данном случае я говорю про Unreal Engine, который Epic Games, да, с некой версией начала поставлять с ассетами от Quixel абсолютно бесплатно для некоммерческого применения. И тот же самый Райан Блис уже сделал несколько артефактов художественных на этом стеке. То есть взял Unreal Engine 4, да, фикселовские ассеты, ну понятно, плюс несколько еще интересных вещей своих наработок, и сделал настолько же крутые картины, как и на основе там Майи, да, и прочих вещей, которые стоили десятки тысяч долларов. Все. Теперь и технологически, с точки зрения инструментов, у нас появилась эта готовность. Напомним, да, у нас распознавание есть лучше человека, у нас генерация есть, и мы с ней активно работаем, и на примерах дипфейка можно показать, что это тоже очень круто. У нас работа с текстом и с логикой есть, и, наконец, инструменты становятся доступными для конечного пользователя бесплатно. Что это позволяет делать? Это позволяет кликом мышки и несколькими там, минутами, часами рендеринга сделать изменения там, дня-ночи, сделать изменения, да, атмосферы, сделать дальше генерацию полностью виртуальных миров, неотличимых от реальных. Почему? Потому что они строятся из первых принципов на основе, да, генерации всех подсистем физических. Ландшафта, воды, воздуха и так далее. И здесь очень хорошим примером является World Creator, который объединил все это и теперь выдает достаточно дешево систему, которая позволяет вам генерировать в целом мультимедийные артефакты для создания виртуальных миров, неотличимых от реальных на каком-то, естественно, уровне качества. Далее, это примеры стилизации. Знаменитый Deep Dream, да, с их знаменитыми, да, коллажами разных типов, которые делаются за миллисекунды, а человек это делает часы, со знаменитыми, да, бесконечными аудиовизуальными образами, где генерится музыка, генерится видео, и все это делается на основе ключевых кадров и ключевых музыкальных мелодий. Причем иногда возникают абсолютно няшные вещи. Мне здесь особенно нравится, да, когда вот видно смена ключевых кадров, меняются, да, основы изображения, и потом вдруг совершенно внезапно появляются обалденные няшные товарищи. Глядите, какая прелесть. В результате даже на хобби оказалось можно теперь уже ставить соответствующий стек технологий и в рамках этого хобби воспроизводить, например, да, в каком-то художественном стиле какие-то изображения. Вот знаменитый Робби Берретт, да, делает там в постимпрессионизме и прочих-прочих, и в открытую выкладывает соответствующие гановские сеточки, нейросетки. Понятно, что сразу появились и сервисы, которые вам предлагают загрузить вашу картинку, загрузить картинку стиля и стилизовать первую под вторую. Очень дешево, с очень высоким качеством. Отсюда как раз и мы начали свой путь с точки зрения превращения изображения в набор мазков. То есть все, технологии это позволяют делать и достаточно быстро. Более того, это как раз совокупность генеративных моделей, это совокупность моделей машинного обучения с подкреплением и специфических моделей именно расчета качества изображения и работы с большим количеством изображений с точки зрения наборов данных.
Более того, можно даже эти модели не учить на исходных изображениях знаменитых живописцев, а можно тупо генерировать уже самому мазки, на них учить компьютер, а далее робот, воспроизводить эти мазки, а потом тупо давать одну картинку, которую нужно стилизовать или которую нужно превратить в последовательность мазков. И вот здесь вехой я считаю недавнюю конференцию, да, по распознаванию образов, ICCV 2021 года, на которой достаточно большая группа людей, которые до этого делали neural painting, так называемый, сделали paint transformer. Они взяли название той модели нейросети, на основе которой произошла вообще революция. Помните, мы говорили уже о постбертовом мире и о том, что модель трансформера и в тексте произвела революцию. Так и здесь. Мы получаем теперь возможность задешево наконец-то это делать и с очень высоким качеством. Смотрите следующее видео, которое показывает, что мы теперь оптимизировали прорисовку и разными ширинами кистей, не влияя дальше на так называемый подмалевок, художники любят это слово, да? Когда мы сначала весь холл заполняем разными цветами, а потом уже начинаем прорисовывать детали, создают очень интересную вещь. Понятно, что это на самом-то деле началось давно. Здесь несколько замечательнейших ссылок на работы предшественников, начиная от знаменитого Харальда Кохена, да, который еще 70-х годов прошлого века этим занимался, но так, игрушечно, до современных реализаций и Дэвида от университета Констанца и Репейнта из MIT, которые это сделали уже на очень серьезном уровне. И соревнование Robot Art, которая проходила, да, несколько раз за последние годы. Вот в ковидность у них сейчас перерыв. Посмотрим, будет ли в следующем году серьезно переделанный этот вариант. И там можно увидеть исключительно интересные, да, работы, именно художественные, а не принтерные. Видите, сколько интереснейших вещей? Очень рекомендую. Ну и дальше у нас что понеслось? Это воспроизведение фотореалистичных изображений, видео и так далее. И здесь отправной точкой следует считать NVIDIA-вские потуги на доработку StyleGun до серьезной сетки, которая научилась воспроизводить фотореалистичные лица. Они опубликовали код StyleGun на GitHub'е, и с этого момента понеслось. А понеслось что? Любой студент сейчас примерно за пару-тройку часов, ну и затем несколько часов на отладку, может сделать сервис, аналогичный, например, сервису This Person Does Not Exist. Этот сервис как работает? Вы нажимаете F5, и он с нуля генерит вам изображение человека, причем у него никакой базы нет, у него только нейросеточка. И он дальше вам справа внизу нарисует текстом, на основе какой нейросеточки это сделано, какая аффилиация и прочее, вы можете это использовать. Еще раз, это делается очень быстро. И более того, это, естественно, делается бесконечным количеством. Но люди людьми, но всем что нравится, кроме людей? Да, тут же появился сайт This Cat Does Not Exist. Видите, какая прелесть. Он делает изображение котиков тоже с нуля, никакой базы котиков там нет, маленькая нейросеточка. Но, естественно, иногда возникают артефакты, потому что здесь никто не заморачивался над суперкачеством. И если долго щелкать, в какой-то момент появится просто шедевральный котик, монструозный. Ну, все-таки сейчас качество намного выше стало. Ладно, не будем щелкать. А вот как раз примеры того, что было полтора года назад. Справа. У меня целая коллекция дома лежит, замечательная, там сотнями, да, потому что некоторые из этих картинок просто изумительные. То есть это можно считать уже тоже новым искусством. Ну и, наконец, появились сервисы, которые позволяют это делать в батчах. Сейчас не будем там останавливаться, но, тем не менее, можно посмотреть, например, на батчи with cats во множественном числе does not exist, когда у вас генерируется сразу огромное количество всего, да, и, значит, дальше проверяй там свои нейросетки или делай, что хочешь. Бывает. Я же говорю, глюки могут быть изумительно приятные. Дальше видео. С видео работать очень сложно, поскольку есть
фактор времени. Соответственно, модели очень сложные получаются. И здесь все началось, естественно, с Катунгана. Дальше везде. Мы видим стилизацию, да, то есть можно одновременно с воспроизведением и ганами делать стилизацию любую. Вот пример в динамике. То есть слева исходник, справа стилизация под аниме. Получается довольно весело. Ну и, наконец, это же позволяет, что раз у нас ганы есть, можно теперь взять картинку плохого качества и попробовать из нее сделать картинку обалденного качества не за счет каких-то просто фильтров, а за счет генерации с нуля соответствующих объектов. Тут же, естественно, появились сервисы. Все это очень быстро развелось, поскольку народу это нужно. Народ готов платить. И народ платит. И если посмотреть на Topaz, да, или Let's Enhance, это серьезные бизнесы теперь. Но понятно, что здесь тоже бывают приколы, поскольку это с нуля генерируются объекты. То, например, здесь мы берем плохую картинку особняка, дальше генерируем его в обалденном качестве, и вдруг обнаруживаем, что вместо как раз деревяшечек прямых у нас генерировалась сеточка кривая, типа сетки рабицы. Ну да, нейронка неправильно определила какие-то из атрибутов, да, и попыталась вместо оконной рамы, да, сделать вам сеточку. Но надо проверять. Это легко потом указывается нейросеточке и говорится, а здесь оконная рама. Ну и как только мы начали это делать, то есть с нуля воспроизводить картинки путем генерации объектов, мы получили Гауган. И это следующая суперверха. Это знаменитая каля-маля, которую, когда все представляли на первых конференциях, просто ржали и не могли сдержаться. Как она работает, да? Мы рисуем кистями, которые ассоциированы с объектами. То есть у нас есть кисть дерева, есть кисть неба, есть кисть снег и так далее. И делаем каля-маля, а нейросеточка на основе ганов нам делает фотореалистичное изображение, причем любым стилем. Теперь это все расположено на NVIDIA как исследовательский проект, и вы можете с этим играться. То есть нарисовать калю-малю и любыми стилями, видите, снизу набор стилей, да, сделать то, что справа. Бедные несчастные учителя в школе, которым теперь приносят дети фотореалистичные изображения и говорят, я сделал каля-маля. Ну, понятно, что обратную вещь тоже можно делать. Теперь фотореалистично удалять объекты с изображения. В этом смысле мне очень нравится проект DeepAngel от MIT, потому что в нем можно поучаствовать. Можно залезть на сайт DeepAngel Media MIT Edu, да, и поучаствовать в опросе, и поучаствовать в тестах, и как раз научить нейросеточку плохому. Дальше как раз сервисы, которые делают то же самое. Они и вырезают объекты, и вырезают фон. Ну, что вам нужно? Тоже вполне себе живут хорошо, потому что это многим нужно. Мой любимый сервис — это RemoveBG, Remove Background. И OnScreen — это их же сервис. Почему-то он называется не там Remove OnScreen, да, а просто OnScreen. Реально хорошо работает. Тоже готовность технологий, вот она. Ну и, наконец, музыка. Музыка на самом деле сложнее. Почему? Потому что это, конечно, не видео, но зато оно субъективно. Человек воспринимает музыку очень хитрым образом. Отсюда появление проектов, которые занимаются генерацией музыки. И, например, геймдизом это обалденно зашло. Почему? Если раньше надо было ковыряться в каталогах музыкальных и платить огромные деньги каким-нибудь там Sony Music, то теперь вы обращаетесь в эти сервисы и говорите, мне нужно 7 секунд там, страшной музыки, когда вылазит зомби. И вам генерится, по сути, опять-таки бесконечное количество музыки с нужными вам параметрами, то есть длиной, там, не знаю, какими-нибудь музыкальными характеристиками, да, тональностью и прочим, ну и, конечно, каким-то восприятием человека. И дальше вы говорите, это не подходит, это не подходит, о, вот это мне понравилось. И платите какие-то там центы. И Sony Music, да, говорит, ах вы сволочи такие, вам не нужен наш знаменитый музыкальный каталог, как же нам дальше жить? Понятно, что здесь появились свои изумительные, да, примеры. Особенно интересны, конечно, полные виртуальные исполнители типа Айва, которые могут работать в коллаборативном режиме с композитором, могут отдельно генерить целиком произведения, причем серьезные. И, опять-таки, студенты начали этим всем заниматься. И Google, например, проводил замечательнейший кусок Bach Doodle. И вот коллеги там генерили музыку в стиле Баха.
Ну, этим сейчас очень легко стало заниматься. Все генерят музыку в стиле кого угодно. Понятно, что крутейшие компании типа Benton & Box, которые делали ранжировки, тут же этим воспользовались. И это синтезировали вместе с видео и персонажами. Отсюда знаменитый яндексовский Scrabin. Да? Все помнят. Вот Сибрант рассказывает, как они делали под Scrabin музыку на основе, да, своих технологий. А вот знаменитый Vocaloid, который раньше развивался без этих технологий, сейчас начал их использовать и резко повысил как качество голосов, так и что? Разнообразие. Потому что раньше каждый голос делался несколько лет, реально лет, и очень сложно. Теперь это все намного проще. Отсюда резкое повышение качества синтезированных виртуальных исполнителей, которые объединяют в себе, да, голос, да, музыку и танец. Знаменитая, да, Hatsune Miku, очень известный пример. И мы можем смотреть, что было там в 2009 году, а потом, например, посмотреть, что было недавно и насколько повысилось качество. Причем, кстати, и голограммы с точки зрения техники тоже резко улучшились. И сейчас даже по многим видео не всегда скажешь, голограмма это или нет, особенно если эффекторов голографических не видно в кадре. Ну и все это, как готовность технологии обеспечила бэкграунд для витюберов, то есть видео-ютюберов. Витюберы заполонили просто пространство молодежи и внимание молодежи заняли. И им занимается огромное количество знакомых теперь, которые что делают? Да, они делают виртуального исполнителя, они делают ему виртуальные номера, они делают реакции на виртуальные номера других виртуальных исполнителей, и это растет как снежный ком. Ну и как раз в геймдеве, как таковом, у нас раньше, например, то, что было в GameMan Pro или в знаменитом учебнике, да, Artificial Intelligence for Games, это уже старый добрый мир. Это то, что сейчас уже не котируется и представляет исторический интерес. А сейчас что у нас, да? Это как раз все то, о чем я рассказывал, пошло в продакшн. Прошло где-то с прошлого года, и сейчас нарастает как снежный ком. На всех последних конференциях по CGI это все новые применения всего, о чем я рассказывал, да, в геймдизе, геймдеве, в общем и так далее, где мы получаем возможность, да, клепать бесконечные и причем неповторяющиеся миры, клепать уникальных аватаров, которые повторяют пользователей. И вообще все, что вы читаете сейчас в жанре лит-РПГ, потихоньку переходит в реальность. Ну и здесь же я говорю о том, чем это подкрепляется с точки зрения самого искусственного интеллекта, то есть песочниц, да, систем управления искусственным интеллектом в играх, и их разработкой на основе моделей как раз обучения с подкреплением. Ну и, наконец, как это делать, например, для старых игр, где можно заменить действия пользователя как раз универсальным искусственным интеллектом на основе обучения с подкреплением и, значит, активно их все проходить. Особенно мне в этом плане нравится Sonic, вот он знаменитый, да, где можно снизу увидеть, как работает обучалка с подкреплением. Здесь визуализируются попытки. И насколько как раз хорошо обучился искусственный интеллект в данном поколении. То есть это реально как обучение маленького мальчика или девочки. И это как раз, видите, первый серьезный ивент 2018 год. За это время мы перешли от подобных аркадок к чему? Серьезным, быстрым, коллаборативным 3D-играм. Типа там Doom 3, да, Unreal Tournament и прочих. Понятно, что это требует вычислений, и только это сейчас сдерживает индустрию. Почему? Потому что очень хочется, чтобы это работало на смартфоне, пока на смартфоне это работает плохо. Но зато все игровые миры, в которых можно играть как в песочнице, используются сейчас для тренировки искусственного интеллекта, который работает на обучении с подкреплением. Ну и как раз есть огромное количество уже игровых проектов, которые это начинают использовать. Да. Отмечу, что некоторые даже ставят во главу угла в рекламе, что мы, например, там используем сторителлера, да, основе технологии искусственного интеллекта. Вот, например, продолжение RimWorld, да, где как раз тоже есть проблема с точки зрения скорости работы, но в остальном, да, это пошло в рекламу и пошло в изюминки игр. Дальше нарратив. Нарратив тоже сейчас научили делать искусственным интеллектом и активно учатся дальше. Pix2Story, знаменитые системы
которые называются мультимодальными и которые позволяют, например, из текста делать изображение теперь. Дальше. Это знаменитая, на которой уже несколько исков есть, AI Dungeon, который народ сразу научил плохому. Тихо, порнографии всякой, да? Вот. И народ обиделся, что как это, мы идем в подземелье, а там всякие ужасы нехорошие. Ну и, наконец, опять-таки синтез многого из того, что я рассказывал, в цифровых людей. В данном случае это Unreal Engine и это MetaHuman. Ну, наверняка все, кто в курсе, знает. И опять-таки в Community Edition 5-й версии Unreal Engine это будет по умолчанию. Но понятно, что не в Community, будет дороже и с большими возможностями. Пожалуй, на этом имеет смысл закончить и сказать, что именно это все вместе и позволяет заниматься теперь робохудожником на уровне, который раньше был в принципе недостижим. То есть мы транслируем все достижения развития искусственного интеллекта после третьей революции в постбертовом мире на теперь работу уже робототехнических систем. Это отдельная огромная область. Все, последнее это не буду ничего говорить, да, там всякие интересные вещи страшные. Спасибо за внимание. Вопросы? Раз. Да, здравствуйте. Благодарю вас за доклад. Очень было интересно. Вот. Хотелось задать вопрос именно с самого начала вашего доклада. Именно по вашей работе, именно по роботу-художнику. В конечном итоге, вот как вы считаете, к чему, каким ну, реальным результатом может привести именно ваша работа? То есть, ну хорошо, формально вы взяли ну, производственный робот, там, куку, да? Вот. Ну, научили вы его, вы научили его как бы сравнивать там, результат, который он дает в реальности, да, повысили его качество, как он там наносит свою краску. Дальше, вот что в конечном итоге должно произойти? То есть какое там появится новое качество и вообще как вы улучшите нашу жизнь своей вот этой вот исследовательской работой? Здесь три основных кусочка, давайте так скажем. Из девиза следует, что мы занимаемся как раз не просто созданием еще одного принтера, да, принтер никому не нужен, а, во-первых, коллаборации художника и робота. Почему? Ну, все, наверное, знают, как Айвазовский писал свои картины в таком количестве. Ну и, кстати, большинство серьезных художников, они имеют мастерскую, в которой сидят кто? Подмастерья. Этих подмастерьев намного больше, чем какого-то известного художника. И они делают подмалевки, да, вырисовывают какие-то объекты, там, деревья, лица или что-то еще, да, перекладывают палитру, да, готовят палитры и прочее, прочее. А дальше приходит мастер, наносит несколько штрихов, подписывает картину. Я слегка утрирую, но это на самом деле так. В результате, хорошо бы, конечно, сделать что? Чтобы мастер приходил в лабораторию свою, и там сидели не подмастерья, ну или точнее подмастерья в виде роботов. Это первый уровень коллаборации. Робот делает подмалевок, робот делает эскиз, да, робот дорисовывает какие-то детали и, вообще говоря, работает вместе с человеком-мастером. То есть он в этом смысле не воспроизводит какое-то исходное изображение, да? Он именно помогает художнику создавать новое изображение. Это на самом деле очень интересно. Вот коллеги из Репинки, да, они очень этим заинтересовались. У нас теперь есть несколько экспертов-художников, которые с нами работают. И это академические художники, которые это как раз очень хорошо понимают. Второй кусочек, очень интересный, это как раз обучение. Едтех, как он есть. Понятно, что сейчас очень часто учат до сих пор методом утенка, да, кинули в воду, плыви, так и здесь. Вот тебе холст, вот тебе там натурщица, рисуй. Но можно же поставить руку, да, как это делают, например, сварщики. У сварщиков давно есть система обучения виртуальной реальности, где ты берешь специальный контроллер в виде электрода, и тебе прям говорится, ты там отклонил электрод на 2 градуса, ну-ка верни обратно и прочее, прочее. Не видели такую штуку? Обалденная. Это VXR. От Lincoln Electric, да? Сейчас покажу.
И оно сразу четко иллюстрирует, что мы хотим. Lincoln Electric 360. У них есть вот такая вот веселая вещь. Вот. То есть система виртуальной реальности, у которой есть шлем, да, есть сварочный аппарат, полностью аналогичный реальному, да. И это называется welding simulator. А у нас будет как раз, по сути, симулятор, да, техник художественных для обучения им на серьезном уровне. Так, что-то не хочет открываться, наверное, американский сайт только VPN-ом откроется, да? Но смысл понятен. Давайте мы посмотрим, что вот, например, сидит подмастерье, да, который учится, рядом сидит мастер, и как раз может контролировать весь класс. А ты, когда сидишь в маске виртуальной реальности, да, тебе полностью говорится, что и как делать электродом, и можно учить уникального сварщика, да, без серьезного дополнительного выезда на место. Это вторая часть. Ну и, наконец, третья часть. Это, конечно же, да, дополнительный рынок самих артефактов, созданных с использованием роботов. Почему? У нас же сейчас эпоха крафта. И одно дело, ты себе, например, делаешь там ножик сам в какой-нибудь кузнице, а другое дело, ты приходишь как раз в мастерскую художника, говоришь, хочу там котика. И тебе робот хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, а потом тот же робот говорит, дай мне лапку и проведи здесь еще вот такие-то линии, а выбери цвет того самого там котика, да, и дальше подпиши эту картину. Это оказалось, что очень хорошо взлетает. То есть это в единственном экземпляре, это не принтер, это возможность любого уровня коллаборативки. А потом ты вешаешь на стену и гордишься. В основном все. Но есть еще несколько стандартных вещей, мелких. Слышно, да? Можно еще один вопрос? Или у нас время? Можно? Еще один вопрос можно? Можно. Хорошо. Тогда следующая вещь. Как вы считаете, вот вы видите вот весь спектр технологий, да, которые сейчас вот, о которых вы рассказали, вот, на горизонте ну, сотен лет, может быть, даже 500 лет. То есть почему я говорю 500 лет? Потому что, ну, например, в истории человечества уже у нас есть такие примеры, да, например, эпоха Возрождения, там, грубо говоря, анатомические театры, там все остальное. Вот, это и зарисовка, это и картирование, там, ну, грубо говоря, человеческого тела, там, тела животных, как бы развитие медицины. И к сегодняшнему моменту мы имеем, ну, хотя бы то, что мы имеем. Да? Вот. Вот это вот все, ваше видение, ну, через очень длительное время, к чему оно может привести? То есть как изменится вся жизнь? Потому что вот вы сейчас вот говорите, да, вот у меня складывается впечатление, что тут больше у вас, ну, чуть ли не как бы на извлечение прибыли с какого-то генеративного искусства, да, ну, вот, ну, это мое личное мнение, мне так показалось, что мы сделаем вот это вот. Но, во-первых, оно будет обесцениваться, ну, при таком подходе, да, вот. И во-вторых, нас-то больше интересует, извините, у нас там нефть может закончиться там, через 100 лет, да, вот. И вот это вот все буйство технологий, то, что мы вот сейчас вот выплясываем, оно может как бы либо кануть в лепту, либо как-то трансформироваться во что-то другое. Вот. И останется только вот сама суть, то сам корень, к чему мы пришли. Вот. Я хотел бы вас услышать. Вот, думали вы на это, по этому поводу? И что вы можете спрогнозировать? Он может быть неправильный прогноз. Это может быть чисто ваше мнение, но вот хотелось бы услышать. Тут очень сложно, потому что это сразу три огромных области. То есть технологическая, да, социальная и экономическая. И в результате очень многое зависит от позиции лиц, принимающих решения. То есть, например, скатимся мы в новый феодализм, да, или не скатимся. Что хотят лица, принимающих решения, какие будут войны и прочее. Давайте тогда туда не лезть. А перефразируем вопрос так, и вы скажете, согласны, не согласны, да? Именно в технологическом аспекте, к чему может привести развитие технологий, включая технологии искусственного интеллекта на разных горизонтах, если этому не мешать
и как раз этому разрешить влиять на социум. Тогда, значит, мы принимали недавно, ну, этим летом, да, участие в большом проекте федеральном картирования перспективных областей промышленности. И там невозможно указать серьезный горизонт планирования больше, чем 10 лет. Почему? Именно из-за того, что искусственный интеллект стал универсальным драйвером для областей промышленности. И на 5 и на 10 лет, когда мы планируем какие-то действия с точки зрения текущего уровня технологий, то через эти 5-10 лет может до неузнаваемости измениться ландшафт. Почему? Например, как раз 10 лет назад, 2012, еще не было третьей революции в искусственном интеллекте. Она потихоньку готовилась, да, как раз Google делал спецвычислители, некоторые там коллеги работали над некоторыми проектами, но никто же этого не знал из промышленности в целом. Потом бабах, 2014-2015 годы, тут же, да, внедрение по всему фронту, ну, начиная там с World UVEC и распознавателей универсальных. И то же самое в будущем нас ждет. Почему? Сейчас, например, что сдерживает беспилотность? Уже беспилотные корабли протестированы, беспилотные летательные аппараты протестированы, беспилотные автомобили и грузовики протестированы, поезда протестированы и так далее. В некоторых областях это даже уже работает. Но Маск, например, не может сейчас чисто законодательно сделать 4-й уровень автопилота. Ему чисто закон не дает. Поэтому, хотя он формально содержательно, да, он 4-го уровня, он все равно идет в продажу как 2-го уровня. То же самое с беспилотными кораблями. Там еще более костное законодательство. И как раз, например, норвежцы сейчас сделали уже серию беспилотных кораблей, но все равно пришлось посадить туда капитана и помощника, а одного человека нельзя. Они должны сменять друг друга. Вот. И, значит, только так это делать. Через 5 лет государства, скорее всего, доделают какую-то нормативную базу. Сейчас, например, в России это очень активно делается. Да? А вы знаете, что у нас сейчас КАМАЗы беспилотные уже есть в карьерах. Да? У нас Яндекс этим очень активно занимается. Ну и военные уж само собой. Произойдет революция, которая тоже даст кучу ответвлений и станет субдрайвером. То же самое, да, что касается принятия решений. Обработка больших данных становится все более и более дешевой. Качество данных потихоньку растет. Это главный, кстати, стоппер, такой серьезнейший. Но в некоторых областях это уже перешло на уровень не просто внедрения, а сплошного внедрения и резкого повышения отдачи. Ну, например, в медицине. То есть если мы в 2012 году говорили, что IBM Watson в медицине – это что-то странное, поскольку странно стыкуется его часть, анализирующая данные из истории болезни, и часть, которая онтологическая, то теперь это пошло на следующем уровне. И как раз базовая диагностика идет компьютером лучше, чем человеком, выше качества. Более того, например, теперь оказалось вдруг в этом году, что если у компьютера есть ваши МРТ, но, правда, не, например, зубов, по зубам ничего не скажешь, а грудной клетки, да, и там нижних отделов позвоночника, то оказалось, что с вероятностью примерно в 96-99% восстанавливается ваша раса. Кто бы мог подумать. Отсюда новые там вызовы информационной безопасности и все прочее, да, что такое персональные данные, да, относительно к ним МРТ. Ну, теперь приходится относить независимо ни от чего. И вот в медицине, да, все основные онтологии есть, протоколы есть, данные более-менее хорошо собираются последние несколько лет. И как раз распознаватели, внедряясь, да, обеспечивают обалденный уровень. Особенно, естественно, в генетические исследования. И так по всему фронту сейчас идет. То есть, когда мы писали на 10 лет, что происходит, да, то там почти везде было, что да, будет некий прорыв такой-то, такой-то, а что дальше вообще непонятно. Почему? Сейчас в искусственном интеллекте, как говорят, режим исследователей – это прорыв каждый день. Он так и называется – everyday disruption. То есть те S-образные кривые накладываются друг на друга настолько сильно, что мы уже теперь не просто там можем, давайте пропустим этот год, смартфон не купим, следующего поколения купим, да? А уже именно каждый день такое может быть. То есть мы, когда запускали решение на основе GPT-2 и да, обучали его сами русскому языку,
были идиоты, потому что мы потеряли деньги, потому что через полгода появилась GPT-3, и Сбербанк на своем Кристофаре очень быстро посчитал RusGPT-3, да, и на ее основе стал внедрять решения, которые настолько выше уровнем, да, что старые решения вообще никому не нужны. То есть они в пролете полном. И это все ускоряется. То есть я же не зря говорил, что вот с 97 года, когда впервые компьютер полноценно признали выигрышем у человека в шахматы, да, помните Каспарова и компанию, да, прошло очень мало времени. И прогресс в этой области непрерывно ускоряется. Я не буду ничего говорить про технологическую сингулярность, я просто еще раз скажу, что как только мы обеспечиваем некий прогноз технологического развития там, России и мира там, на 5 и 10 лет, то это максимум, что мы можем. Все остальное – это футурология чисто фантастическая. Не зря, например, сейчас особо важным становится исследование этики искусственного интеллекта, да, социальных последствий искусственного интеллекта и так далее. Ну вот, да, спасибо огромное за потрясающую лекцию. Как раз вопрос этики, вот, например, в искусстве, да, ведь у нас есть живопись, есть музыка. В этом, ну, в одном произведении участвует огромное количество человек, каждый допускает свои чисто человеческие ошибки. Вот на Микроше вчера были проблемы с генератором случайных чисел, да, поэтому все заваливалось влево. Генератор случайных чисел – это же программа. Соответственно, она все равно подчиняется каким-то своим случайным законам, но они же не совпадают с человеческими. Способен ли робот создать искусство? Это же, как всегда, аналогии полезные, но лживые, да? Все знают. В данном случае во всех современных реализациях железа есть хардовый генератор случайных чисел. Понятно, что в некоторых дешевых нет, но о них можно и не говорить. Также и здесь. Мы имеем разные совершенно уровни качества. Мы можем иметь нечто аналог, да, того самого хардового генератора случайных чисел, абсолютно случайных, да, на основе квантовых эффектов, а можем иметь классический конгруэтно-аддитивный генератор простейший, да, который дает нам псевдослучайную последовательность. И здесь мы, если дипфейк, да, рассматриваем как технологию для конечного пользователя, например, да, можем очень быстренько сделать там свой аватар на программке для сотового телефона. Он будет прикольный, он будет аватаром, да, но с ним делать, например, замену в каком-то кино Арнольда Шварценеггера на нас не получится. А вот если мы имеем вычислительный кластер, в этом вычислительном кластере имеем там ГПУшки или, не дай бог, Церебрас, современную там ВСУшку, да, все знают, да, что в этом году Церебрас сделал второе поколение своего железа. Да, это один чип, в котором сейчас, по-моему, 185 миллионов ядер яичных. Ничего страшного, я думаю. Оно же пишется. Да. И в результате, да, если на таком уровне говорить, то мы без проблем тем же конечным пользователям делаем что? Как раз полную замену в кино там со Шварценеггером, Шварценеггера на этого человека. Все видели последнюю рекламу Билайна, по-моему, да, где у нас крепкий орешек? Не видели? Вот они потратили достаточно большие деньги именно на вычислительные ресурсы. А давайте мы ее посмотрим. Вот это же видели, нет? Увы, не будет звука у нас, к сожалению. Вот. Здесь товарищ Крепкий Орешек, да, он у нас не живой, ну, в смысле, не настоящий. Вот. При этом есть уже классическая, так. А можно вопрос в догоночку к рекламе? Что? Брюс Уиллис владелец прав на это лицо или студия? Брюс Уиллис. А, нет, ну там есть частично Брюс Уиллис, частично студия, потому что он выкупил права. И как раз, да, а давайте, если это Билайн. Просто был вот этот же спор на тему возвращения в «Звездных войнах». Господи, как ее, я забыл. Принцесса Лея, в общем, актриса умерла же, да, ее сняли, ну, вернули в виртуальном гриме. И вопрос, как бы, насколько это этично, и кто владеет ее лицом в итоге?
Да, значит, здесь, я думаю, написано. Не моя область, просто, естественно, не помню. Я читал, но забыл. Тын-тын-тын. Мегафон тоже, что ли, да? А, это Мегафон, а не Билайн. Вот, точно, вот оно. Вот. Тут это официальный образ крепкого орешка, но, естественно, никого крепкого орешка, в смысле Брюса Уиллиса, не снимали. Вот, вот такая вот вещь. И это просто не сильно афишируется для конечного пользователя. То же самое в последних «Звездных войнах», да, у нас принцесса Лея, тоже давно уже не настоящая, да? И это тот уровень качества, которому нужны вычислительные ресурсы, да, и это достаточно дорого. Но никто не мешает вам сначала сделать что-то дешевое, да, а потом это отмасштабировать. И вот это точно так же, как там с качеством случайных генераторов, точно так же, как с качеством просто там 3D-мира в какой-то игре и прочее, прочее. И это настолько быстро дешевеет, что вот как раз случится через 5-10 лет, уже тяжело говорить, просто есть некие тренды, да, вот про тренды можно поговорить. А через 500 лет, как это будет восприниматься, ну, кто его знает. Здесь уже надо исследовать, какие будут социальные процессы и экономика, да, а не только технология. Вот такой ужас. Но это очень интересная тема, и можно как раз на следующем каусе посмотреть, например, на потуги стандартизации и сертификации решений на основе искусственного интеллекта, включая, кстати, игровые, да, особенно VR-ные. Почему? Потому что государство этим наконец-то заботилось. И у нас стандарты, вот, начиная с весны, принимаются активно, причем некоторые очень плохие. У нас очень интересно сейчас идет работа технических комитетов, чтобы ИСОшные стандарты там допереводить и прочее, прочее. Но это все грустно. Исходные технологии веселее намного. Спасибо. Спасибо.